И всем привет, с вами Мистик Макс и... И Мариана. И сегодня мы поиграем на карте Diversity. Очень старая карта на старых версиях. Ну, как вы видите, в левом верхнем углу у нас 1.7.10, потому что скины не будут прогружаться. Ну, и так нормально. Кстати, на этой карте... Типа, этого не было, я просто доставил, мне просто классно. Максим занялся креативностью. Да. И поставил шейдеры, попробую, как будет видео. Ну, в принципе, играть мне с шейдерами минимальными нормально. Ну, попробуем, что будет. И, короче, начинаем. Забирай. Много. Так. Много книжек. Много те. Стой! 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 Зрителям почитать надо. Я тебя сейчас. Я могу быть книгой! Меня никто не запрещает! Хватит, хватит, я не хочу короче, видео долгое делать. Так, прочитал, короче. Добро пожаловать в Diversity. Все, хватит. Короче, я типа знаю, но... Только попробуй, только попробуй. Не надо. Дай почитать. Я Короче, прочитаю своими словами. Хорошо? Хорошо. Добро пожаловать в Diversity. Это игра, в котором ты должен собирать монумент. Жанр монументов. И когда ты выигрываешь какую-то игру, ты получаешь часть монумента, ну, как ачивку. И все эти части монумента в красочные. И это немного другой челлендж Майнкрафта. Я думаю, мы уже замучили вас с этими челленджами, но да ладно. Блоки монументов разделены на ветки ачивок, которые вы можете увидеть в хабе. Вот там хаб. Все предметы, которые вы возьмете с собой в хабе и зайдете куда-то, они пропадут. Так что будьте осторожны. Также здесь есть бонусы, которые очень сложно найти. И иногда нужно постараться. Первое правило: никогда не идете в в креатив. Ну, как видите. Не ломайте, не ставьте, не делайте никаких предметов. Что? Если вам это не нужно по ачивке. Не делайте команды как TP, Spawn Point, GIF, Game Mode и так дальше. Особенно в мультиплеере. Поняла? Нет. Ты поняла! И возьми эту книжку, она меня мучит. Возьми. Для одного игрока выбрать
легкий режим. Ну и рекомендации это самая лучшая яркость, простой ресурс пак, без облаков и рендер дальний. Ну сейчас, кстати, где облака есть? Элемент, а вот, элементы игры. Я отключу, а то есть. Так. Мультиплеер. Ну, здесь нужно читать файл readme. Я не хочу. И вы, когда вы зайдете в хаб, вы получите белую шерсть вот здесь. Но пока сейчас дочитаю вторую книжку. А, это мини-версия этого. Ну, короче, возьми эту книжку, пожалуйста. Так, иди сюда. Будем сундук открывать. Монумент здесь, а хаб там. Я когда-то играл, но очень давно. Давай! И где она? А, я забыл. Так, анализует предмет. Отойди. Пишет, отойди. Человек, отойди. Ай. Так, introduction здесь. Сейчас, стой, прочитаю. Вы поняли, как делать монумент. Когда вы закончите ветку, вы получите кусок монумента. И здесь еще 10 их. Возьми книжку! Так, пазл, арена, паркур. Дроппер, эскейп, я надеюсь, мы это оставим на самое-самое-самое-самое-самое-самое последнее. Survival, Trivia, Adventure. А, Boss Battle, да? Boss Battle, да. Куда идем? Думаю, по одной... Ну, здесь 10, как вы видите. По одной или по две... Типа, испытания в серию будет нормально. Кстати, сколько у нас там? 8 минут уже. Куда идем? Давай сюда. Синюю? Так, дроппер, серьезно? Ты хочешь первую серию затянуть надолго? Хорошо. Опа. Так, выключу FPS, а то... Я падаю, мне все равно. Ой. Ой, я не прыгну! Почти. Максим! Падай дальше. Как я же не люблю дропперы. Я знаю, все. Я сейчас пройду. Я прошла. Стой. Не смей. Да ну. Да ну! Попробуй, знаешь, попробуй прям в уголочек упасть. Слушай, у тебя дальность, по-моему, больше, чем у меня. Ну, типа, я все вижу. Типа, вниз. Здорово. Стоп, почему облака включились? Я не понял. Я облака на детальную поставил.
Господи, это будет долго. Максим, это только первый уровень. Я знаю. Так, сюда можно. Надеюсь. Максим, ты хватит читерить. О, боже мой. Так, второй блок. Я упаду, упаду. Не прошло и... О, какая чистая вода. Может, вернемся в хаб? А? Ой, какая чистая вода. Пока. Дайте! Ну, почти. Максим, твоя лысина мне мешает. Стоп, это чё за блок? Я не понял. Короче, громкость на 10 сделаю. То ах ты! И мне в уши бьёт. А, это эти, как их? Колдрон, я забыл, как по-русски. Я тебя жду. Ты уже? Да. Издеваешься. Нет. Да. Ура, с ним ты сможешь. Нет. Да я нормально упал, Я плох в дропперах, так что если вы меня пригласите на дропперы, будьте верны, что я вас загрызу. Я заметила это по табличке, которая находится По какой? Там справа. По смертям. А. Да я и в Марио Пати не люблю дроппера. Ух ты, ёшкин кот. Только в Марио Пати они легче. И их не так много. Последний! Я это видела. Здравствуйте. Может, не надо? Но я могу спасти тебя, нажав на заветную кнопку. Не надо. Я уже... А, она уже тут. Дай, дай мне. Не да. А я тебя сейчас в хаб верну. Так. Да чёрт. Сюда, сюда, сюда. Блин, мне надо пару раз умереть, чтобы просто тупо прогрузить себе путь. Прогрызть. О, все, я прогрузилась. Нормально. Да чё? Так. Так, настройки графики. Дальность прорисовки предельная. Я прошла. Так, сколько у меня FPS там? 38? На предельной? Серьезно? О, я 47? Сейчас с 20 играю. В смысле? А подожди, а как? А, не, мне, нет, ничего. Мне лучше а, на... я поняла. Ну-ка, подожди. График. Ничего не... Я специально сейчас прибавлю себе дайм спрей в соки, чтобы получше. Кать, может, просто на дерево посмотрим, как оно качается? Я могу тебе просто тупо помочь. Нет. Тут такая есть красивая кнопочка. Нет! Почти! Окей.
Мы постоим. Я видела только так, как твои ноги это. Что-то мне подсказывает, это будет долго. Зато интересно. Максим, давай. Максим. Что-то пошло не так. Я когда уже умираю, у меня все нормально идет. Кстати, у меня скин в тему. Кстати, сейчас мы снимаем весной, но у меня скинного. У меня всегда праздник. Кстати, скоро день рождения у меня. Но на момент, когда оно уже пройдет. Не, это видео выйдет. Так, у меня сейчас 21 число. Так что я думаю, я сделаю видео до завтра. Слушай, сказал, что у тебя 21, как будто у кого-то еще 23. Ну, когда кто-то будет смотреть. Давай еще до 7 минут. Давай еще до 7. Максим. А. И тебе помочь? Давай я дам тебе свой аккаунт, ты пройдешь, а? Тебя лучше получается. Так, короче, дерево меня не предаст, надеюсь. Чего уже там с деревом договорил? Мне кажется. Точно нет. Я читерить не собираюсь. По-моему. Так, вроде бы нашел хорошую траекторию, и тут я падаю. Почти. Ну что? А я тут посижу, выпью чашечку. О, правда, мне его нет делать кофе. Короче, вот сюда. Так, вот сюда. Потом берешь вот сюда, вот сюда, вот сюда. А можно я пока посплю? Вот ты там пройдешь. Давай спи. Спишь? Я видел. Нет. Ты не можешь пойти, когда мы тебя... Я отойду. Что это? Та-да-да-да-да-да-да-да. И мама на этих уровнях за таблички не заглядывает. Так. Дайте мне броню.
Уже 20 минут снимаем. Короче, до 111 и ТП-хай. Ну, мы правила не нарушаем, там только ТП запрещено, а кнопки нажимать не запрещено. Короче. Так. Нет, я все-таки еще попробую. О, боже. Так, 20 минут прошло, а я только дропером занимаюсь. Это только, по-моему, третий. А? Это, по-моему, третий. Да. Макс, у меня время забрать. Да ну! Эта карта заставляет меня включить читы. Есть! Кстати, стой, 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 стой. Сюда, смотри. Что-то пошло не так. Так, поставь назад. О. Еще уровень. Еще вы серьезно. Это что такое? Может не надо, а? Я нашла. Кать, может не надо. Ох ты, я пятка. Так. Да ну. Ой. У меня не прогружается, люди. Ой. 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 А ну подожди, а можно? Нет, нельзя. Это здесь так не работает. Я поняла. Чего? Ну блин, я знаю. Стоп, я вроде бы тоже знаю место. Вот, все, я это место. Перелетел. Да. Все, я пошла. Привет, Максим. Чё? Да. Здесь раньше ТНТ не было, нет? А, да. Стоп, я понял. Да ну. Ничего не понял. Я почти прошла. Я тоже. Так. Блин, я постоянно вписываюсь в один и тот же блок. Так, нужно сюда. Сюда. Вот! И теперь вот так, вот так. И не вот так вот. Я тебя жду. Так. Теперь так. Эй, дай! Смотри, ой, блин. Чего было? Там карта была. О. Может, не надо. Интересно. Ух ты. Продумали? Нифига себе. Опа. Слышь, у меня идея. Кать, у меня идея. Да, я. Нет, подожди, тут можно... Вот так можно. Нет, подожди.
Я пошла. Жди меня. Ползет он там. Так, тут нет такой команды, как хил. Нет. А вот тут Максим, ты тут уже можешь не смело получится. прыгнуть. Вот тут уже не получится, так как я делаю. Есть! Как? Прикольно, прикольно? Да. Опа, добрый вечер. А, стоп, это не то. О, спасибо. Ух, нифига себе! Ух, нифига себе! Вот это уже последний левел, я помню. А почему я так ускоряюсь, когда умираю? Воу! Я тоже. Класс. Нет, я примерно... А, все, я поняла. Я только что сейчас упала на блок, и меня не убило. На какой? Я не знаю, я зацепилась за блок, короче, и меня не убило. То есть меня коцнуло типа огнем, но меня не убило, я дальше полетела. Есть! Серьезно? Да. Ура, мы с Максимом поменялись местами в коем-то веке. Я тебя даже не так. Вижу. Кстати, это конец, если чё. Замечательно. Очень сильно глаза болят. Теперь просто посмотрим на это ничего. Так, всегда можно смотреть на воду, на огонь. Вот огонь, вот вода, все. А где я воздух? Сделал свое дело. А? А третья вещь. Как Катя падает. Как Катя падает неудачно. I'm a bitch, ой. Идеально. О боже. Да почему так ускоряется персонаж, я не понимаю. Абрикос, абрикос. Максима, вышлите Максима абрикос. Кстати, у нас сейчас нету абрикосов. А чё? Жаль. Мне надоело тебе ждать. The end. What the fuck? Давай, давай, дракон, давай, давай. Где? Где он? А где он? То есть... Так, так, так. А, серьезно? Ты меня ударил. В смысле, тут нельзя толкаться. Что? Это издевательство, да? Вот это. Да. Стоп. Это последнее, да, 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 да.
вот сюда, в дырочку, нет. Так. Максим, это вообще реально попасть сейчас? Реально, только если не пьяный. Точнее, если пьяный. Почти. Слушай, мне это почти уже. Я упал, но Привет. разбился. Це моя хата. Стоп. Изыди. У тебя сейчас такой смех был, как крик демона. То есть я попала в эту гребную дырку, но я врезалась в букву У, которая в самом низу. Не У, а Игрик. Нет! Я второй раз в эту букву врезаю. Мне еще в ВК надо. Стоп, я слышала Эндер Дракона. Что? Ай. Может, пока и пойдешь вот там по. Люди, где дракон? Нет! Третий раз в эту букву! Ай, дракон! Что, где дракон? Увидишь. Я хочу это... видеть. Я хочу его ударить. Хвост, хвост, хвост. Ем хвост, хвост. Хвост ем. Там что, ручной дракон? Так, чё там у вас под хвостом? Ничего. Как приручить дракона? Так, привет. Зубки открой. Зубки открой, говорю. Открой! Чё О! Смотришь? Открой зубы. Здорово. А ну, можно я гейммод включу, просто ударить его, и он, или он ударяется? Можно? Кать. Если что, то по. Так. Нет, Максон не ударяется. А ну, сейчас. Короче, нажимай на кнопку, я прошла и второй раз не собираюсь. Амия моде один. Так. Не, он не ударяется, жаль. Я проверила. Гами моде 0. Та-да! Синяя шерсть. Мучение Макса закончили. Теперь это идем. Так, уже 34 минуты. Может, уже. Ну знаешь, вложились. Ну, как раз в серию. Иди сюда, иди сюда. Бонус. А, это типа, что мы не можем пройти, типа, выдадут бесплатно. Дурак. А-а-а. У нас закрылся бонус, Максим. Закрылся? Да. А знаешь что? Сейчас. А что если читать, типа, еще раз?
Это бонусная комната. Не Она... работает. Чуешь? Короче... А, смотри, этот закрылся. Что закрылся? А. Слышь, мой цвет, господи. Так, липкий поршень, поршень. Так. Максим, ломайтесь. Посмотрим. Так. Когда Максим, ты так нажимается беспалевно просто. какой-то гиф, короче, гиф, и потом запитывается типа вся система. А если здесь от, типа отключись, ничего не получается. Значит. Механик Максим ломает эту А карту. если Давай здесь. возвращайся. Так, ну сейчас, подожди. Если здесь. Ну попробуй нажать на кнопку. Как я тебе пропрыгаю здесь? Я упаду, я маханусь. Король. А, оно отвелось, значит, все нормально. Тогда. А ну, еще раз попробуем. Короче, опять берем синюю и смотрим сюда. Оно Оно закрылось. активировалось. Да. Так, тогда делаем вот так вот. Извините, просто, ну. Я типа не знал, а что тебя это сейчас такое. При моих временах такого не было. Короче, все закрывай и не трогай. Так, потом забираем оттуда блок и идем назад. Так, это выкидаем. Все, удаляй все. Вот ноль. Все выкидывай. Я все уже. Там подобрал. И всем спасибо за просмотр. Чего? Ничего. И всем спасибо за просмотр. И с вами был Мистик Макс. Были. Так, я опять ошибку не хочу повторять. Иди-ка сюда. Нет. С вами были Мистик Макс и... И Мариана. Которая что? У которой пропал сейчас голос. Всем пока! Пока-пока.